Телеканал «Наши города» объявляет новый конкурс для зрителей и подписчиков. На этот раз ко дню нефтяников сотрудники медиахолдинга предлагают жителям Лангепаса, Урая, Когалыма и Покачи принять участие в тематической викторине. 6 вопросов и каждому несколько вариантов ответов. Праздничная викторина интересна, познавательна и из категории «Что вы знаете о своей малой родине?». Какой город в Югре самый маленький? Покачи. Как журналисты и писатели называют нефть? Черное золото. Подскажите, пожалуйста, какой город называют первооткрывателем шаимской нефти? Ну, это мы еще в школе проходили, Урай. Вопросы викторины будут совсем другими, но не менее занимательными и совсем несложными. Если вы житель одного из наших городов, Лангепаса, Урая, Когалыма или Покачей, вам не составит труда ответить на вопросы викторины, притом не прибегая к помощи интернета. В том числе из условий участия обязательно быть подписчиком наших аккаунтов ВКонтакте и Телеграм, скачать мобильное приложение телеканала, и уже 26 августа в каждом из наших городов пройдет свой розыгрыш призов. О подарках побеспокоились сотрудники рекламной службы медиахолдинга. Большое количество спонсоров. Есть те спонсоры, которые каждый раз к нам заходят, поддерживают все наши начинания, ведь это реклама двустороннего характера, скажем так. Плюс в том, что зрители могут поучаствовать в розыгрыше, выиграть замечательные подарки, а рекламодатели осветить информацию о своей компании и, в принципе, дать рекламу с очень большим охватом на очень выгодных условиях. Мы приглашаем предприятия наших городов стать спонсорами нашего нового конкурса викторины «Ко дню нефтяника». И такая нехитрая арифметика. Одну минуту займут ответы на вопросы викторины. Подарков будет в 4 раза больше. Возможностей для победы не ограничено. Юлия Фисенко при содействии коллег телеканала «Наши города».